Read the task 19.5. Write sentences about yourself. Good. Begin your sentences with. Okay. I've been learning. Good. I've had. Good. Ну, тут уже example есть, но ну давай про Пушкина. One. Давай. I've lived in this town. Ну давай, in Пушкина, in Пушкина. In Пушкина for 10 years. For 10 years. Read and translate. I've lived in Pushkina for 10 years. Translate. Я живу в Пушкина с 10 лет. Good. I've been playing the piano. I've been playing tennis. I've been going to music school. Вот так вот что-то выбирай под второй пример. Тогда как получится? I've been going to school since 7 years. Old. Потому что ты здесь возраст свой указываешь. Since 7 years old. Please read. I've been going to school since 7 years old. Good. Translate. Настоящим. Не забывай про настоящее. Окей? Я... Хожу или учусь? Я учусь в музыкальной школе. А, я учусь в школе... с 7 лет. А, мы забыли music school, да? I've been да. going to music. Мне это очень нравится. Please read. I've been going to music school since 7 years old. Translate. Я учусь в музыкальной школе с 7 лет. Да, ну тут еще going... ребят, чаще всего лучше переводить как учусь. Repeat, I go to school. I'm going to school. Нет, I go to school. I go to school. Да, ну многие переводят я хожу в школу, но лучше порой перевести я учусь в школе, это одно и то же. Number three. I've been learning. Ну давай English, yes? I've been learning English for five years. For 5 years. Здесь не надо old, потому что это не возраст. Это не о возрасте идет. For 5 years. Please read again. I've been learning English for 5 years. Translate. Я учу английский с... Нет. 5 лет. Снова перевод, давай. Я учу английский 5 лет. Я учу английский 5 лет. Ну вот, ну хороший результат, да, не плохой и не замечательный, но хороший, очень хороший. И там выиграна очень хорошая олимпиада, но 5 лет это очень много. И еще предстоит учиться и учиться. Просто относительно того, сколько надо затратить сил и усилий, чтобы чего-то достигнуть. Что-то достигнуть. Потому что ну, с теннисом еще хуже. Почему хуже с теннисом? Намного. Потому что фактически ты в теннис играешь по одному месяцу в год. Но это уж совсем крохи. Летом на летнем лагере ты играешь в теннис, это очень мало. А английский, как часто ты занимаешься английским? С какой периодичностью? I've... Ну, по-русски скажи, пожалуйста, с какой периодичностью?
Два раза в неделю, правильно? Да. Ну да, а теннис один раз месяц в году, совсем мало. И когда ты говоришь, я играю в теннис 4 года, но это нельзя назвать, что ты играешь. Ты так вот периодически. Ну хотя бы так, уже какой-то есть навык, уже какой-то есть. I've known. Ну кто у тебя подружка и сколько ты ее знаешь? I've known my friend one year. А ну, ты забыла for или since? И давай побольше, чем one, побольше, чем 1 year. Потому что если она подружка, ты должна ее знать больше. Это знакомая. Давай, for. Тогда for 3 years. Ну вот это уже можно положиться на человека, когда ты его хотя бы 3 года знаешь. А за 1 год ты узнать-то невозможно. Read again. I've known my friend for 3 years old. No, Oh, years old. year. Опять возраст. Не возраст. Translate. Я знаю мою подругу 3 года. Thank you. И последнее. I've had. Что у тебя есть? Велик, байк, музыкальное электрическое пианино, мобильник. И сколько у тебя это есть? Number five. I've had piano for 7 years. Good. For 7 years. Please read. I've had a piano for 7 years. Translate. У меня есть пианино 7 лет. А ну, может быть, слово есть в русском можно и опустить. Как без слова есть будет, а? Без слова есть. У меня пианино 7 лет. Мне пианино 7 лет. Ну да, то есть надо по обстановке смотреть, нужно оно или лишнее здесь. Окей, please read again. I've lived in Pushkino for 10 years. Окей. I've been going to music school since 7 years old. Good. I've been learning English for 5 years. Good. I've known my friend for 3 years. Good. I've had a piano for 7 years. Translate. Все время на русский каким будешь переводить временем? Настоящее. Come on, давай. Я живу в городе Пушкино 10 лет. Good. Я учусь в музыкальной школе с 7 лет. Good. Я учу английский 5 лет. Good. Я знаю мою подругу 3 года. Good. У меня есть пианино 7 лет. Ну да, но есть лучше попробуй без слова есть, как получится. У меня пианино 7 лет. Ну, по-моему, вот такой лучший вариант. Окей, great job.